Так, давайте суммоним лока. Кто АФК, я сразу кикаю и меняю на пугов от 0 ГС. Пугов всех кикаю. Так, лока я не вижу почему-то. Он почему-то в эргримаре. Ну, сумма ждет, наверное. А зачем он его ждет? Так выйдите, суммоните. Вышли на суммон. Стали в инсте стоите, блядь. Бомжи, блядь, какие-то, сука. Чё вы думаете, вам с неба все упадет? Идите тыкайте на суммон. Лок, принимай суммон. Надеюсь, он в рука зашел. Все, лок, принимай. Мне венхит или... Венхи, там дохуище хилов. Лок, вин, ставь шкаф, суммоним гусей, которые еще не долетели сюда. Чек на АФК, на кик. Тыкайте шкаф, суммоньте, не дай бог будете стоять сейчас. Смотреть небо. Так, надеюсь, они в РК заходят, эти люди. Надеюсь, сейчас вас перенес прист и ДК вот этот из них. Потому что если сейчас не примите готовность, вас кикнут. Вот везде их проволс нету. Еще раз. Сейчас вы покинете рейд. Короче, я дожидать не буду. Дольше перезаходить больше. Просто иди шаман, ну все. Да я тут не смотри. Один слот есть кто-то? Рулится здесь все на один спек. Где там кто? О, разбойник нормальный. Так, сейчас последний робот суммонится, значит смотрите, пишите в РК, на какой спек вы ролите. На 10 спеков мы не ролим, только на один. Если ничего не пишете, то вы ролите на тот спек, в котором вы пошли в инст. Я в те рыбы. Сейчас будем начинать. Дайте столик. Так, бафы. Ну давайте я буду кулаки кресты бафать, это ликун каски. Дайте столик. Короче, как-то так. Друиды без МП5. Все запускаю. Что тебе угодно? Кулак по шаману можно? Пожаловать, герой! Вы услышали призыв серебряного авангарда. Давай. И без колебаний откликнулись на него. В этом колизее вам тотем поставить сразиться с опаснейшими противниками. Так, а танки? Те из вас, кто ты, смог бы пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак Пронзающий Бивень. Бой, герой! Можно лапу? Можно. Что? Что? Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Ну че я могу сказать, бить этого пидора? Может быть, он натурал. Ты знал, что ты это скажешь. Таких вот, таких вот. Спидер — это опущенный гей. Стилвотер, ты. У тебя такой голос странный. Вот так вот, значит, сидите в этих, как они называются, склепах своих, блядь. Пускайте рейд. Это заклинание еще не готово.
Да? Сейчас я, наверное, потом... Убирай гуся меня. Потом спикнусь редкика, походу. Не правого, с левого, левого. То что вообще делать нечего. Какого хочешь? Можете вместе двоих танчить. Левого. Как хотите, короче. Я думаю, вы справитесь. Просто будем бить кружок. Веди. Куда-то. А чё ты? Беги к боссу, он за тобой не пойдет сейчас. Иди к боссу и отворачивай дрель. Палитра, надеюсь, жук еще нет. Вот. По зеленым гусям. Алло. Эй. Гусеница, не гусь. Теперь этого червяка херачить. Персонаж по имени Пегги не найден. Кто это такой Пегги? Офнулся куда-то. Сука, только подводит. Пегги это хорош. Чего? Таксини! Да похуй на токсин, просто стой. Сейчас вот этого белого бейте. На арену выходит ледяной рёв. Сражайтесь или погибнете, герой. ДК, забери, пожалуйста, случайно станьте. Пегги, ты в РК? Он зашёл. Я вижу, входит в игровой мир. Ты смотри, вся пятая пати под дыханием. Да-да, да-да. Пегги не отвечает на вопрос ПК. Пегги значит не в РК. Кто-нибудь вообще? Что? Меня слышно, да? Да. Здорово, пацаны. Здорово. Чё, какие дела? Просто бьем ледяного рева. Как шлюху просто пробиваем его. Багается дыхание. Надо в ретрика спекаться, блядь. Сейчас. Слышь, чего? Чё? А у нас, короче, когда токсин кидают змеи, ну ты вот, когда двигаться не можешь, ты можешь кастовать что-нибудь или нет? И чё не можешь? Сначала да, потом стан, потом оглушение дается. И все, в оглушение ты уже не можешь нихуя кастовать. Ну конечно. Бля, тут немножко, короче, на серваке, где игра, сейчас по-другому работает. Ну, ты в токсине просто двигаться не можешь, но кастовать можешь. Все чудовища повержены! Так. Тоже как раз выки. Давайте, все в ДД, кроме палитры. Сейчас великий чернокнижник Вилфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь. Блядь, ШМ скоро будет у меня, наверное, да? Так, а что мне, тоже в ДД, что ли? Да, конечно. Танк один потанчит. Можно столик поставить? Маги. Маги. Так. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда спасибо. Когда кончу, появится грозный спасибо. Демон. А чё, у нас три паладина? Готовьтесь к забвению! Два. Казалось, значит. Ладно. Ага, получилось! Смотри, вот, блядь, Протик писал, что он на прото ролит. Угу. Я? Какой Протик? Тартурай, вар. И занидил эти, блядь, запы. На ДД.
Давай. Это ж херня полная. Тяжелые наручи костелов. Да, 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 да. Тартурай, ты здесь? Ну или Кикли пусть отдает вещи, бля, которые не по роллу собирают. Да. Не по спеку. Зачем ты забираешь вещи? Не, в принципе, он передаст, как бы. Ну понятно, но как бы надо же по-нормальному делать. Живой шмот не буду нидить на танках. Давайте портал бьем. Угу. Не бейте, не слушайте его. Обманщик. А ты кем идешь? Кто? Кто про запы говорил? Какой у тебя ник? Альфир. Ага. Ну напишешь ему, он передаст. Одеваемся мы на один спектр. Да, я написал сразу, что я не буду. Беги, малышка, беги! Не передаст, а отдаст. Передаст — это ты. Еще раз не понял. А ты, Ваня, что смеялся? Что-то смешное было, что ли? Да так. А, мувики смотришь? Беги, малышка, беги! Да, как мы 25 обычку ночи проходим. Ты что, смотрел, что ли? Да так. Да фигня же. Трагично и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. Привет. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заставите... Следите с центра, там уже запустили босса. Запятнать честь Альянса. Они хотят шкуру полутать. С босса сорвать. Я требую справедливости. Да разве что. Позволь моим чемпионам сражаться вместо. Так, сейчас рыц. Танки в танков. Сколько у вас там танков было? Два, да? Нет, три, там бар еще был. Сражайтесь с честью. Да, вижу, это тут тропуга. Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Навара, говоришь? Ну хорошо. Вар, твой вар. Так. ДКшник. ДКшнику. Кто там еще где? Ага. Арога. Этому. Виталикуну. Так, бить будем. Сначала... Я рогу? Да. Сначала звезду. Потом кружок, а потом скажу. Значит, лог. А, дерева нету. Так, что у нас там? Джест, короче, джест. Контроль шамана. Вот черепок. Ну, вихри кидаем. Все, погнали, короче, нафиг. Все, танки начинают. Бьем звезду. Втягиваем, бьем. Не вижу притяжки от ДКшников, как будто у вас в рейде нет. Теперь кружок. Ну там диспалить хотя бы. Хотя бы, да, надо. Присты. А присты у нас не умеют диспалить. 4 приста все тупые. Они думают, что придя на этого босса, надо, ну, я не знаю, ждать, чтоб кто-то им говорил, что-то назначал. Просто берут все и диспелят. Массовое рассеивание, точечное по боссу, которого бьем. Звезду бьем.
Вот этот фильм снимать надо, вот. Не через 5 секунд, пока мы побегали 5 секунд, а сразу надо снимать. Со всех все сразу надо снимать. Потом кружок. Сейчас вихрь пройдет. Потом череп. Потом звезду. Да вроде диспелят. У кого там жопа из-за диспола рвется? Ну, значит, рот. Потом кружок. Давайте квадрат. Остальных боссов сводите сюда. Вечер своевременных анонсов. Какой-то пук у нас там умничается. Да? Прикинь, это он по голове получил. Весите этих бомжей. Давайте. Кто еще, кроме короля Лиха, подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем. Ворота подходим. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последние испытания. Из глубин ледяной короны нас. Что-то ты говорил, но тихо было. Две могучие воительницы плети. Эгор, я на ханта занизил эти кожаные тапки, там с ним вообще сильные. Ну хорошо, если кому-то надо будет, вы там разберетесь, если Сироге надо. Залейте Инер столбом, да? Будьте так любезны. Давай, Инер. Это он... Ставьте рыбу, пожалуйста, гимн. Аля. Гимн на ману прочитай. И дать ма. Слушай, когда я эту правую танчу, какой портал беру, белый или черный? Когда ты правую танчу, берешь левый портал. Здорово. Яблочки. Привет. Так, выпускайте этих гусей. Во имя темного повелителя. Перепелок этих. Во имя короля Лича. Вы... Виталий, подойди к черному порталу, который ближе к рейду. Тебя мы не достаем. Вот и стой у портала с ним. Выйдите на хотя бы. Продавар, ты стажировку проходишь? Способность 3 секунды. Белую берем. Здорово всем. Привет. Здорово. Что-то не посмотрел, сбили касс, да? Да, да.
Как он может молот праведника отражать? Не знаю. Я... Э, дай гимномон. Атака. Для кого я тогда просил? Тона, Тона, дай. Берите черную. Бейте щит белый. Опять отрасил. Способность секунда, смотрим, что будет. Берите белую опять. Просто берите и другой бейте. Блеск не остановить! Сколько вкуснейше? Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе. Так, сейчас еще их будет. И потом будет две резки. Отсылка будет? 5 часов. Может быть, давай комбинь это резко, а потом уже, чтобы не перезаходить другими персонажами. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне. Фордринг. Могла бы ударная волна у портовара 8 целей держать. Станет. Было бы вообще шикос. Но она может. Почему? Там 4 цели наши. Только 4. Че это за пакет пролетел? Не знаю, чё, понимаете, что это было? Бей, это, начинаем, короче. Это место станет вашей могилой. Так, получается, это не помню, тут куда. Торгута. Если трэш не будете бить, то хуёво будет. Можете побить так для разнообразия. Если вы его не будете бить, он будет зарываться. Потом с фул хп вылазить. Вот уже зарывается, зарылся трэш. Хули, я не знаю. Вам не скажешь, вы их хуй забьете. Просто приходите и, знаешь, вот так голову в потолок поднимаете, и похуй, что на мониторе происходит. Это самое, слышу, ой, надо ФБ не возьму их. Вообще нубы какие-то. Вот 4 моба теперь, давайте их тоже не будем бить, не надо их бить. Вот он идет на ДД. Танкам их не надо таунтить, ничего не надо делать, надо просто смотреть, как они захуяривают рейд. Ты смотри-ка, что-то вы стали играть не так, как РЛ говорит. И гости заявились, как о. И обещал. Ну, Рога господи. Хоть не нуб, забежал на лед. Было бы интересно, если бы он продолжал преследовать, менять цели вот эти.
Половина до упала. Че еще раз? У вас там жук вылез. Главное, чтоб дома жуки не полезли. Согласен. Из мебели. Древоточцы такие. Своеобразный юмор. По-любому. О, вылез жук, короче. Давайте его бьем. Короче, сейчас смотрите, выйдут еще два жука, их под босса, и заливаем жуков. Даже если босс переведется, сначала жуков заливаем. Вот они, жуки, танки под босса, заливаем. Милики, РБД, все в них играют. Что-то они не под боссом. Вот, залили жуков. Весь рейд сейчас в жуков сыграйте, чтобы они погибли. Их просто раньше пьют, чем это. Надо их пиздить. Вот, теперь давайте Геру. Не хильте рейд, блять, алло, хилы, сука. Выключите свои цепухи. Я хилю только двух танков, трех. Да меня-то не обязательно уже, я же выживу. Хилы хилят, что шуба заворачивается. Вторая буешка по мне. Так, сейчас вторую быстренько принесем. Тыкнули быстренько. Кубик, хуюбик, крестик, хуестик и все. Не стоим, не молимся, блядь. На ИП кто-то перезаходит с гильдии? Да. Давайте, заходим. Спасибо, Вай. Ну что, я пальцы скрещиваю, чтобы урок был выше. О, портал Долоран, отлично. Так, давайте, сейчас ждем столба, заходит на ИП и собираю второй рейд. Что привело тебя сюда? Можем начислять, да? Так, заходим на вторую. Сейчас получается еще один, да, ик, а потом мэра. А, ну все, как раз пойдет курю. Чего вот кем зайти? Кем хочешь? Там Маршама есть? Да.
приветствую. Минуту полторы, пока. Полена есть? Есть. Ну можешь полена, он со успехом. Попал с 4-6, но с руками с большим опытом. Давай проверим. А то я бафать не хочу, танчить не хочу, нихуя не хочу. Чё такое не хочу? Уже слишком скучно прийти, посмотреть и уйти с ЕП. Green Sox, это что, какие спеки? Ну, тут сова есть, но я кота переделал. Котом, значит? Я да? Поленом пойду. Нет, я поленом пойду. Ага. Еще это, блядь, ик, еще кто-то со мной собирается, как раз. Ёбаный чат, сука. Много-много хули. Хули поделать. Так, летим. О, шкаф есть, все заебись. Хули поделать, на чемпионов зато не сдохнут, как бомжи, блять. Так, а кто-то есть у нас еще хилы? Давай, Архона тогда в хила, похуй. Ну, я могу на шаму зайти, и все, в принципе, нормально будет. У тебя друид там нормально одет? Ну, 5,8, 5,9 где-то. Ну, средно, средний, не очень средний. Хулипалы есть? Только не есть, но здесь ему ничего не надо. Сиди, сиди. Так, елим с ролом на F. Заебись. Это переписывались с чуваком с этих SEO Brothers гильдии, они ДФБ в три танка шли. У них дамага не хватило на валик. Там типа не хотели слоу-чата брать, короче. Я говорю, что мне не написали, говорю, у меня еще ебать персов. Смотри, мне чувак пишет в ПМ, как, на какие спеки выбор будешь ролить. Я говорю, на всем на ПВП. Я говорю, ну типа. Он мне пишет, ты гонишь? Плохо, блядь. И чё, блядь, плохо? Чё в этом плохого, блядь? Чё, он кому-то не идёт в ПВП, что ли? Не помню, повторяй ещё раз. Короче, дело к ночи. Три слота. Он говорит, что на все спеки, или ты хочешь на все спеки? Я говорю, что на все спеки, вары, ханты, все роли. Он мне пишет, АДК, ретрики, мутики. Хуютики.
Че, вы втроем захилите? Да. Сейчас бомжей наберу. А че хочешь сказать? Вары не носят, что ли? Выбор в ПВП. У меня даже на варе где-то выбор обычно лежит. Да все носят, хули он гонит. Я его использую, чтобы ППГ танчить. Так, давайте. Три слота, три слота. А, это вчера с Пегги разговаривали, вот, взяли недавно. У нее два спека фуловых, то есть Холли и ШП. Ее как-то надо же на двойной ЕП делать, да? Да, но это не ко мне. Ой, так, Ршаму взял. Короче, блядь. А чё мне не пишут, сука? Фантастично протопалом без рука. О, Калк похилит, а Арконов сову. Вот так будет заебись. Круг 3-6. Какие нахуй круг 3-6, сука, уже 2 взял. Все, маг. Так, что-то его куда-то, блядь. Так, блядь. Все, сумоним этих трех гусей. Времени, блядь, много уходит. Сумоним вот этого 5-5 шамана. Сумонится шаман, сразу начинаем по бафам. Так, кто там у нас? Блять, а кто у меня потопал-то? Да вон 4-6 стоит. Тасуй, короче, бафы. Это каски, вест, лайф, кулаки, накал, кресты. Все, запускаем, блять. Все, разбахать. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без крестобаф. Ебать, там сколько-то тел зашло. Чё все без участника, блядь? Хуй пойми, блядь, пугов заходит больше, чем, блядь, в рейде людей. Так, просто хуярим этих мобов. Как дураков. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Калк третью поставил.
быть. Слышь ты, уебан, ща в рыло получишь. Занятно. Вот это поворот. А чё, в Вики трэш был, что ли? Кто танк второй был? А хуй знает. Вон он танчит, как танк. У него, блядь, хп меньше, чем у тебя в ретрике. Черепок, давай по рейду. Зеленый к черепку, черепок к зеленому. О, а у Ешка в рейд, заеби. Хильте, сука, танка, фантастише, не уроните, блядь. Чувак 13 лет играет, больше, чем вы живете, блядь. Мало да удал, как говорится. Смотри, какой скиллованный, отводит сразу прям. Милики стоят, им поебать вообще, они бессмертны. Смотри, стоят. Удвейн стоит, скаттер стоит. Под морду забежали нахуй. Ебать вы гуси. Ой, бля. Сука, со скиллованным типом вместе. Ебать. Поднимать не надо. Да нахуй ты слежи. Три зеленые типы стоят. Просто бьем этого Йети. Я не рассказывал, что у меня на работе был чувак, у него погоняло было Йети. Знаете, ему повезло. Знаете вообще, почему мы его так прозвали? Потому что у него руки, да, как у этого Йети, блядь. Сука. Такие же синие или такие же большие? Нет, такие же, он их в локтях вот так сгибал, блядь. Он передвигался в натуре, как будто он Йети. Мне корифан говорит. Бля, у меня... Чё? Ну, я говорю, хотел сказать, что у меня сосед, блядь, в зал ходит, он тоже вот так сгибает руки, как будто арбузы носит. Да-да-да, вот. Ну, это уже это... Это... С фанатизмом таким. Они ходят. Ну, он именно фанател, наверное, мы его Йети назвали. Бля, теперь своего соседа буду так называть. Ну еще руки такие волосатые, внутри какие. Обезьяна. Мне корефан говорит, прикинь, говорит, он родился, но он на руках перемещался, блядь. Чисто не ногами, а руками ебашит. Призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Человек разумный, блядь. Благодарю, Верховный Лорд! А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, кобальтовые болты. Появится грозный демон. Не, ну я просто отдам. У меня одна валяется. Один. Сейчас вылезет босс, короче. Просто его хуярить надо, короче. Не будешь лут ставить здесь? Три мне нахило хорошие пады. Ага, нигде не буду ставить. Ну, соответственно, три мне нахила рулят хилы. Всякие да, там... бля, ты в это веришь? Ты в это веришь? Я в это, бля, никогда, сколько лет играю, ни разу, бля, такая хуйня не было, чтобы эту триню ролили только хилы. Ну, если только в гильдии. Ну, сейчас если... будут ролить все подряд. Смотри, ох! Если кто-то будет ролить все подряд, то просто я высылаю к ним малиновую девятку, нахуй, с четырьмя амбалами. Амбалами. Ты ж ты уебашь, от брыла получишь. Мне интересно, это стил отключает.
Мне такое чувство, что ему донат, знаешь, приходит. Кому это хуйня? Стилвотеру вот этому, да? Да бля, хуй его знает, кто там включает. Стилвотер, это ты базаришь? Смотри, если будет молчание, значит это он, нахуй. Сейчас я его кикну. Пидор. Ебаного. Стилвотер, это ты или нет? Что Стилвотер? Это не ты в РК базарил, не? Вот это включал в записи. Ты про что? У меня музыка играет. Не слышу. Ладно, хорошо. Блять. Давай, знаешь, как сделаем просто. Буду я один базарить, и вы будете меня слушать, нахуй. Режим администратор, нахуй. От пидоров, от всяких. Хуй плетов. Теперь будете смеяться, только это будете слышать только вы, блять. Похуй, в принципе, я бы послушал, но неохота, чтобы все это слушали. Было бы еще там что-то веселое, хуйня какая-то. Значит, эту триньку, да, ролят хилы, ну кто будет, кто писал там, кто на хилов ролит, кто ролит на ДД, танка или милика, они не ролят это больно. Еще есть такой вариант, если вы, допустим, на ов хотите, на второй спек эту триньку, тоже кубик нажимаете, потом. Если вы не писали, что на хила ролите, то передадите тем, кто писал. В таком ключе. Гибель Вилфреда Непопанца весьма трагична и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. Так, спускаем дальше, к воротам отходим. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Так, ну, Тасуй, у тебя есть танк? В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь. Ну-ка, сейчас мы кое-что попробуем. Ну-ка, Виталий, сейчас можешь говорить? Наверное, нет. Вместо твоих рыцарей. Ладно, мы бросаем вызов орде. Хорошо. Да будет так! Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои! Во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем! За Орду! Так, Лок сидит на дереве. Изгнание, страх по очереди. Вар. Хуй знает. Я возьму Вара. Кто там еще? Рогу возьмет Скарлет. Так, еще ДКшник. ДКшника возьмет Тасуй и Фантастиш. Так, и будем бить сначала, где эта курица. Сначала вот эту курицу, потом ханта, сначала звезду, потом кружок, а потом поставлю метку. И еще паучья лапка, там вот эти все, отходите от боссов подальше и диспелите рейд массовым рассеиванием. Точечно там рем снимай. Блять, я ему написал, он не спрашивает, пала, блять, какого пала? Так, ну и соответственно ДКшники, которые, я надеюсь, что не бесполезные, вытянут к нам в рейд звезду, когда мы начнем. Танки начинайте. Для тебя кого держу, я забыл. А, вора. Беги, малышка, беги! Thank you.
происходит эфир со своих игроков. Дерево изгнания не вижу. Изгнание страха. Так, если вы убили звезду, то надо бить кружок. После кружка опять звезду. После звезды опять кружок. Представляете, да? Так, кружок убили, звезду бейте, потом месяц. Можете слить череп, он рядом. Череп слейте. Потом месяц после черепа убьете. Месяц удайте страх, изгнание, чтобы он нихуя не хилил. Вот, теперь бейте месяц. Теперь просто увеличьте квадрат с крестиком. Итого треугольник тоже подводите сюда. Я ему и писал ДК держать. Странный паладин. Стая и горькая победа. К воротам сразу отходим. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради так, чего? Танки остаются. Скарлетт. Я, наверное, останусь. С королем Личом. Привет. Всего лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры. Так, я танчу левую, Скарлетт правую. Все берите черную. Начинаем. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Способность 2 секунды смотрит.
Берите белую, бейте другую вальку. Черную, бейте другую. Спускаемся вниз. Добрый день. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, Паладин? Мы примем любой вызов. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашный. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь и тебе заслуженную смерть. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Сразу чекнопу. Начинайте, танки. Это место станет вашей могилой.
жуков убейте, потом босса. Кильте поменьше рейд. Поменьше, сука, они на фул хп, блять. Меньше половины держите хотя бы. Это пидор с волчата пришел в РК и начал включать записи. Фокус, у тебя, мне кажется, включено что-то. Активация. Да, сейчас уберу его. Всем спасибо за рейд, удачи. Отлично. Сейчас РС-ку пойдем. На ЭП кто-то перезахватит. Да. Что можно накидывать? Уже рест собираешь. Не могу пригласить члена другой группы. Не могу пригласить члена другой группы. Это честь для меня.